А я так долго ждал, что ты хотя бы немного начнешь шевелиться. Но ты, видимо, клал на то, что можешь стать официально всероссийской крысой. Бог свидетель, что я не хотел доводить дело до трека. Я ни в коем случае не горжусь этим. Более того, мне стыдно вспоминать об этом. Но ты не оставил мне выбора, так что теперь извини, маленький крысёныш. Сколько раз ты отвечал мне на пидора, что не спиздил у меня ты ни зернышко. Сколько раз ты клялся мамой трясущимся голосом и с красным еблом. Сколько раз глаза закрывал я на то, что ты пиздишь из моего сейфа бабло. По-моему, я давал тебе полгода, но прошел уже целый год. Ты надеялся, что я тебя прощу, походу ща Лёха позлится немного на меня и забьет. А вот знаешь что, я тебя расстрою. Хуй там плавал, и тебе придется поверить в то, что на этот раз я все так не оставлю. Не хочешь деньгами? Окей, значит отдашь репутации. Но я уверен, что за 365 дней ты мог найти для меня хотя бы пару баксов. Этот бит я у тебя спиздил, так же как и ты спиздил у меня полляма. Ты попадешь в книгу рекордов Гиннесса как автор самого дорогого инструментала. Привет, Андрей, ну как ты там, Андрюша? На лаве забей, я не пойду к ментам, послушай. Ну что теперь, считай, ты долг отдал, тебе лучше. Благодаря тебе, трючок я накатал о дружбе. Тот самый день, когда я тебя пиздил, об твой деревянный лоб я сломал себе руку. Она неправильно срослась и болит пиздец, зато я постоянно помню про тебя, ублюдка. Если бы ты знал, как вы меня бесили последние полгода, ты и твоя стрёмная баба. Я уверен, что она знала, что ты крысил и помогала разгружать мой сейф от бабок. Сидя за столом с пацанами, ты сам объявил себя чертом, пидором и крысой. Этот трек для тебя как наказание, чтобы в следующий раз думал, прежде чем что-то пискнуть. Кто-то скажет, что это неправильно, хуй соси тех, с кем жил под одной крышей. Но я себе спокойно это позволяю, потому что в данном случае речь идет о мыши. Крыса прожила в моем доме ровно 3 года, и это далеко ее не первый косяк. Просто чтобы всю эту хуйню обнародовать, мне потребуется треков 50. Я несколько раз отправлял его обратно в Питер, когда он исполнял какую-нибудь хуйню. Но проходило пару недель, он начинал ныть и слезно умолял, чтобы я его вернул. Но эту ситуацию я проясню для тех, кто еще не знает. В прошлом году осенью я улетел лечиться в Израиль. Я спрятал ключ от сейфа у себя в шкафу, в кармане рубашки черной, и попросил Андрея, пока я не вернусь в Москву, как обычно, последить за домом. Привет, Андрей, ну как ты там, Андрюша? На лаве забей, я не пойду к ментам, послушай. Ну что теперь? Считай, ты долг отдал, тебе лучше. Благодаря тебе, трючок я накатал о дружбе. Ну как-то так, больше рассказывать особо нечего. Он нашел ключ от сейфа, сделал дубликат и технично пиздил у меня лаве на протяжении полгода, пока я не поймал его за руку. Chris Beats Production, nigga, what? Птички поют, я вот слышу сзади на заднем плане. Класс. Порвали вы, блядь, этого Бланката просто нахуй на куски. Разорвали просто. Это, блядь, я думаю, чтобы он... Прикинь, вот какой я добрый, что я думаю, ой, как же он там, блядь. Прикинь, пидорас, ебаный, его отъебать, еще бы не еще бразочек, блядь, вот. И было бы вообще хорошо. И видео это выложить в YouTube, как ебут Бланката. Вот это надо сделать, кстати.